У-2. 8 одиноких девушек и 7 одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Как построить любовь? На ТНТ. Здравствуйте. Я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект «Дом 2», где одинокие сердца ищут друг друга. Но иногда в своих поисках они заходят в тупик. Как, например, братья Каримовы, которые так и не могут поделить Таню Грачеву. Другое дело Майя Абрикосов. Поняв, что Зина ему ничего не светит, он решил завоевывать Машу Петровскую. В этом бурном океане страстей три пятизвездочных домика, как три островка стабильности. И вчера общим собранием участники решили, что пары, живущие в домиках, остаются в них еще на одну неделю. Сегодня 71-й день. Братья Каримовы продолжают бороться за сердце новой участницы Татьяны Грачевой. Пока Таня не определилась, кто же из братьев ей дороже. Поэтому сегодня ребята отправятся на свидание, где Таня решит, Оскар или Стас составят с ней пару. Между братьями состоится честный поединок, судьей в котором будет Роман Третьяков. Три пары по-прежнему строят свои отношения в домиках для влюбленных. Ольга Кравченко и Александр Титов в первом, Алена и Степан во втором, и третий домик занимают Солнце и Саша Нелидов. Май Абрикосов расстался с Зинаидой Шляк и решил ухаживать за Марией Петровской. Сегодня Май надеется покорить Машу, приготовив для нее сюрприз. Предложил мужики встречаться. Ты знал? Нет. Нет? Вот, мне кажется, даже с Зиной разошелся из-за Машки. Да, ему же все кажется. Понял. А Машке нравится? Машка со мной не спала. Не, ну это понятно, что да, не спала. Мне не нравится, да. Потому что когда я сначала с мамой, я у нее спрашивала, сказала, фу, какой боги, да. То есть нравится, нравится, и другу сразу понравилось. Угу. А, понятно. Ну что, черепаха? Да. Что, черепаха? Я вот забираю. Загораешь? Да. А ты мне мешаешь своими волосатыми кулитяпками загорать. Кулитяпочками? Да. Ах, кулитяпками. Стёпа! Ты упала. Черепашьячки поплыли по озеру. Только их видели. Ей Оскар больше нравится. Ей Оскар больше нравится. А ты кого хочешь? Если честно... Если честно, то Оскар, потому что дорого внимание Стаса. Mm-mm. А чё? Мне как-то по барабану. По большому счету. Ну, потому что, блин, понимаешь, то, что Стас там что-то ей говорит, это такая брехня вообще. Мне он говорит, давай со мной встречаться, только ты мне нужна, только ты мне нравишься, там та-та-та. 3 рубля. На следующий день он на месте говорит, что да, я буду бороться за Таню, она мне нравится, я хочу с ней составить пару. А если вот ты так будет, ну, надеяться как бы на нее, и та Таня даст Оскар, чисто просто так, да? Из-за того, что боишься, что будет что-то. Да. Вот. И ничего не будет, и с Ольгой ничего не будет, и короче. Я этот тоже момент посчитал. Знаешь, как бы, я как бы понял, если даже так получится, я готов идти. Мне хочется доказать Ольге, что я не такой, как она считает. Глубоко не такой. Я знаю, что после проекта я в Москве обязательно поднимусь на ноги стопудов. Угу. И назло и приеду на какой-нибудь крутой машине стопудов, я, блин, все выскажу. Все она так хочет. А ты это говорил ей? Нет. Сегодня на стройке мы будем убираться на втором этаже. Это главный наш фронт работы, запомните. Двое девчонок будут красить доски морилками. Это девочки, которые красили вчера. Это Зина и Оля. Нет, Солнце, если хочет, присоединяйся. Троем будете делать. Вот. Мальчики у нас будут переносить шифер на второй этаж. Хорошо? Большую комнату. Я вам покажу, куда это нужно класть.
Все, задание я дала. Давайте. А кто ты, ваш пацан? Мне нравится. Мне нравится? Угу. Или с кем ты не можешь найти общий язык, допустим? Ой, мне с Нелидовым было не просто найти общий язык. А так, в принципе, нормально. Каримова слушать не умеют. Не умеют? Они сами задают вопрос. И уходят. Я быстро отвечаю на вопросы, да. Ну и даже быстрый ответ не воспринимается. Ты меня пугаешь. Ну как так вот стоять, так бросить или попасть? Девочки, надо, чтобы мусор этот сейчас спустили. Да, вот сейчас ребята несут. Попросите кому-нибудь. Степа, вы не можете с Сашей вынести мусоров? Как бы, и вернусь нам. Степ, что ты как робот? Что? Давай, робот, 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 я давай, тебя девочка, люблю, мы так хотим. Дай, Степ, пожалуйста. Ой, и ведерочко прихватите, Наташ, или вы не сможете? Нет, ведерочко. Она не может прихватить. А Степа, Степа? Со Степом? Угу. Ну, он мне сразу вначале объявил, что я его конкурент, и все, кто здесь есть, конкуренты его. Тю, почему? Не знаю. Странно. А Рома? Рома? Нет, нормально все равно. Я не знаю, у меня есть, конечно, ощущение, что они какие-нибудь гадости говорят за спину. Нет? А ведь у гадости вообще ни от кого не слышала. Вообще ни от кого. Ну, хорошо. Прям универсальная рабочая. И шифер таскаем, и мусор выносим. Так ты гордись этим. Ты универсал. Ну, как ты думаешь, с кем бы Таня? Я за любовь, Ксюша. Это понятно, Зин, все мы тут за любовь. Но просто как ты думаешь, кого она выберет? Предпочтение кому она дает? Она не знает. По крайней мере, мне она об этом не говорит, если честно. Но что, не видно по ней? Я не знаю, она пытается думать головой, а это плохо. Я говорю, а к кому тебе, ну, ближе как-то? Она говорит, не знаю. Фак. Ну, такого не бывает, что не знаю. Ну, я вообще в это слабо верю. Не, да. Ну, на секунду, у меня кисточка утонула. И чё, ты будешь мою перчатку в этом пип мочить? Да. Возьми палочку, вытащи. Не вытаскивай, я уже пробовала. Я тебя вытащу. А с кем ты легче всего из них общаться? Из ребят? Да. С Титовым. Ну, почему ты считаешь, что Рома, ну, вот тебе за спиной говорит? За спиной говорит? Ну, ты так сказал. Ну, потому что как-то чувствую, не знаю. Не могу объяснить. Ну, кто про тебя гадости за спиной говорит? Мне? Да. Против меня? Да. Не знаю, Бузова Оля. Бузова? Мне так кажется тоже. Ребят. Я с вами сегодня хотела поговорить о том, что в парах человек, да, ну, ребята называют друг друга ласково. Стёп, как ты называешь? Вот у вас в паре есть какие-то свои подпольные клички между тобой? Мне нравится называть матом. Мне кажется, любовь без мата просто не любовь. Типа сучка, да? Ну, это еще мягко. Алена, тебе нравится, когда я так с тобой разговариваю? Да, ну не только так со мной разговаривает, она же всякие... Надо по-разному. Вкусности там тоже говорит. Но я его вот называю Конча. Киса. Котенок-малыш. Да, он называет меня котенок-малыш, я его киса. Тебя не обижает так, чтобы котенок-малыш? Ну, мне не нравится. С утра. В смысле, котенок-малыш, это ты мне так называешь? Нет, ну, когда... Мне нравится, когда по-разному. Как бы ты не хотел, чтобы тебя называли? Я бы, вот, допустим, не хотела, чтобы меня называли так, называл он так, как он называл других женщин. Хорошо, солнце между вами. Ангел. Да. Я называю его зайка чаще всего. Хрен писюльчатый называю.
Харин писюльчи ты. Да. Замечательно. Мне очень... Ну, нет, ну не то, что нравится. Не знаю, пока мы с Сашей так не называем друг друга. Вот еще есть в моей жизни, как бы были, да? Крокодил, естественно. Вот. Ну, обычно я так говорю. Крокодильчик. Вот. И мой комнатный урод. То есть ты считаешь, что Нелидов твой комнатный урод? Нет, я так не считаю. Ну, нельзя же думать так, что Алена считает именно буквально то, что говорит Естёпа, приятно. Правильно? Просто есть такие вещи, которые я могу допустить называть себя так любимым людям. И если мне кто-то скажет это со стороны, естественно, мне будет обидно. Да, это вот и все. Вот в этом и есть степень доверия. А как бы ты близости. Не хотела, чтобы тебя называли? Оля? Да. Ну хорошо, вот такая ситуация. Вот ты встречаешься с мамой, ты встретила молодого человека. Ты влюбилась. Да. У вас все прекрасно. Да. Но ему очень нравится называть тебя Оленька. Вот не хочет, вот не нравится называть тебя Солнцем. У меня плохие ассоциации, может быть, с этим. Отлично. Не надо называть меня Солнцем. Меня можно называть как угодно. Меня не обижает любое обращение. Может называть меня Дуся. Понимаешь? Я не цеплю... Алеша, да. Алеша уже тебя не назовет. Да, уже есть Алеша. Вот Алеша. Аленка. Я не цепляюсь к именам. Мне все равно, как человеку приятно меня называть. Хорошо, ладно, спасибо. А Оля Кравченко и Александр Титов. Почему Кравченко? Почему не Олечка? Почему не любимая? Почему там Такой тебе человек. Не барабулька. Ну, лучше мне спросить, как она меня называет. Как она тебя называет? Скажи быстро. Жестокий равнодушный тип. Так она меня называет. Саша, ты согласен с таким прозвищем? Ну не, вообще-то меня позже Пузатик зовут. Пузатик, ну, это да. Семья вообще Пузатик. Да. Твои друзья тебя Пузатиком? Да. Почему Пузатик? Потому что пузо. Потому что у меня пузо есть. Ну, Оля, а вот тебе нравится, когда тебя называют там котенок, малыш, зайка? Мне нравится. Кому обращаешься? Сейчас к Ольге Бузовой. Это смотря какой человек мне говорит эти слова и какой смысл в них вкладывать. Мне нравится, когда меня называют так ласково. Вот тебя, Степа называл тебя сучкой. Тебе нравилось? Да. Сучкой. Просто Степа это вкладывал... Почему ты кричала, я не сучка? Все время. Я даже помню, как ты Солнце говорила, я не сучка. Мне не нравится, как меня называют. Я не говорила, что мне не нравится, как, что меня называют. И Солнце что-то там прикалывалось и говорила, что курица не сучка, по-моему. Да, было такое? Могло такое. Да, я просто хорошо помню. Ну, молодец. Я просто не говорила, что мне... Я не говорила, что мне не нравится. Просто я не считаю себя сукой. И сучка. Просто Степа вкладывал как бы, другой смысл. Для меня все, как меня хочет называть человек, если я этого человека люблю, пускай называют. Меня назвали засранкой, сволочь. Засранка. Да, вот так. То есть, у тебя моя засраночка. Ну и ты нам ничего не сказал. Ну-ка, давай-ка. Я ничего не спросила, я ничего не сказала. Ну скажи нам, пожалуйста, как тебя называли необычными? Может, какие-нибудь клички у тебя были? Чемергес меня называли. А что это такое? Вообще, меня как бы в основном называют по имени. Не знаю. Люсик. Люсиен, я вот Люсик. Ну как бы так. Я Люсины. Ну, видимо, мне такое имя мне подходит. Немножко во Францию, да, куда-то корнями уходит потихонечку. Ну ладно, ребятки. А мне нравится, что нашелся такой человек, которого можно ангелом назвать. Я впервые в жизни вот так называю человека. Ангел. Каких братьев ты ждешь, белебейцев? Они сдохнут через 30 лет. Что? Они чихают, кашляют и пукают, а я бессмертен. По статистике 9 ребят. Слушай, я хочу тебя пригласить на романтическое свидание. Сегодня. Вот. Через некоторое время мы пойдем с тобой к причалу. Хорошо? Хорошо, пойдем. Ты согласна? Да. Спасибо. Все? Все. Я могу тащить тебе кафе? Да. Сегодня некоторое время, да? Да. Поспать успею? Нет. Ты что? Убийца. А тебе Машка с самого начала нравилась? Нет, да? Валь, ты понял?
Мне казалось, это у нее искусственное, вот ее поведение, ага. казалось искусственное. А потом я понял, что она естественная. Что она такая есть. Она не тяжелая нисколько, вот как Зина, допустим. Тебе с ней вообще легко было. Непонятно, видишь, она шутит всегда. Так жестко. Это же всегда тоже так же шутит. Что непонятно. Но она шутит в отношении отношений наших. Это меня напрягает так сильно. Майя трогает там. Зачем она трогала его? Да голову. Давай прыщики его придавливай. Ну и что, ты сам такую девушку хотел? Чтобы на прыщики давила, что ли, другому Нет. парню? Как ты мне скажи, как мне себя вести? Хочешь, так и вести. Я хочу хорошо, уверенно себя вести. Она вчера такая заходит к нам, забежала на Степку, мы лежим, она ля-ля-ля-ля-ля, мы за Степой ни одного слова вообще не поняли, что она там говорит. Она вчера раскраснелась там. Она говорит, меня теперь так его смущает. Руки вся такая, мы так живы до этого разговаривали, сегодня остались готовить есть, ты бы это видела. Вообще, да, без эмоций? Фильм. Нет, нет, а потом разошлись. Все нормально. Два чудика. Машка, Люська там была в домике. И она говорит, Маша, ой, ты такая классная с ним, вы так смотритесь отлично, такие молодцы. А она говорит, а со мной всякий мужчина нормально смотрится. Мне это так выбесило вообще. Я особенный. Говорил с Аленой над тем? Да. Иначе. Ну, извини там, извини. Но она играет с тобой, как ты с ней. Ну, хорошо. Где правда? Правда? Да. Ты ей очень нравишься. Ну, если что, уступим домик на неделю, через неделю голосования, то есть как бы угу. будем меняться, если что. А ты не боишься? По поводу? Ну, что вы уйдете из домика, и вдруг там все случится. А как понять? Ну, мало ли. Ну, например, например. Не буду говорить, ну, что я говорю, дурак. Ну, да, уступить. Ну, что случится? Ну, мало ли, вот солнце с невидимым ругаются, когда выходят из домика. Что, правда? Да. У вас, наверное, такого не будет? Я надеюсь, но мы не все равно раздельно спать не будем. Вместе да. мы дождемся вас, как бы, в понедельник, наверное, так, если можно. Туса. Я потому что хорошая девка. Я уже привыкла, потому что сутки все равно спать, но все равно вместе. Я думал, ты Мегера. Я так Мегера. Да ладно. Вас-то я люблю, вы с Машкой. Пойдем со мной, иди сюда! Посмотри, все это твое, все не это нужно для тебя. Мне все это! Чем я плох? Я вечный, а ты смертна. Будь со мной, и ты тогда тоже будешь вечна. Не нужны тебе эти братья-белебейцы. Зачем тебе мне эти людишки? Зачем эти мерзкие твари тебе? Я жду братьев. Каких братьев ты ждешь, белебейцев? Они сдохнут через 30 лет. А ты лет. Что? Они чихают, кашляют и пухают. А я бессмертен. Смерть моя в игле, но не в этом дело. Главное, что мы с тобой всегда будем вдвоем. Ты и я. Я могу быть нежным. Хочешь, я буду Нет, нежным? Нет, я не хочу. Я нежным чтобы... буду таким Мне ласковым. Мне неприятен. Зайчик. Я быть, не люблю могу зайчик. Могу белочкой превратить. Я не люблю белочек. Я могу все. Я не хочу все. Кто тебе нужен? Кто тебе нужен? Это братья. Мне нужны братья. Белебейцы! Идите сюда, сейчас я вам устрою. Биг Балабум! Ура! Я спасу тебя, Татьяна! Нет, я спасу тебя, Татьяна! Ты страшный Кощеюшка! Ага! Вот мы тебя нашли! Найдем твое слабое место и убьем тебя! Тебя отрубим голову! Давай, руби! Полетит твоя сфера! Хорош болтать, ты не в Голливуде! Давай, руби! Нет, ребят, так нечестно. Для того, чтобы вам завоевать женщину, необходимо пройти тяжелейшие испытания! Мы готовы на все ради Татьяны. А ты готов на все ради Татьяны? Да, я тоже готов ради Татьяны. Почему такая неуверенность в голосе? Убедил. Итак, первое испытание. Вы должны назвать недостатки друг друга. Можете поливать друг друга грязью. Можете вспоминать разные нехорошие ситуации, которые с вами были в детстве, в молодости, в юности. То,
больше обольет грязью друг друга, тот победил. Неуверенный. Глупый. Ха-ха. Бездарный. Да, он бездарный. Наглый. Наглый! Ты наглый. Бесчувственный. Бесчувственный. Что ты ему на это ответишь? Грубый. Грубый. Нахал. Нахал. Говори. Говори. Стоп. Проигрыш. Оскар. Победил. Проиграл в этом первом испытании. А там нет ямы, сейчас идет. Иди сюда, я понимаю. Нет, иди туда, туда, туда иди. Посмотри. Как ты уже догадалась, я водяной, Маша. Я краду девушек. Очень реально ты отсюда не уйдешь. До поры до времени. Это тебе. Спасибо. Водяной. Вот, красный, мокрый. Самый прекрасный водяной, которого я когда-либо видел. Симпатичный. Ты не видела еще мой парадный костюм для такого случая. Подожди. Я к тебе. Это прелесть. О, боже мой. Тебе идет. Идет? Ты думаешь, ничего? Да, да, даже очень. Я старался, наряжался для тебя. Вот проходи ко мне, вот здесь я живу. Ух ты, ты тут живешь. Маска, чтобы плавать. Ню-ню, а нож зачем? А вот здесь что, угадай? Мячик. Давай поиграем в футбол. Мне ногой в футболе. Арбуз, вот это да! Я же не такой крупный специалист в арбузах, как ты. Присаживайся куда-нибудь, будь как дома. Но, тем не менее... Не забывайся, да? Нет, я выбирал, вот это да. Что я его выбирал как мог. Маша сильно Маша хочет. Он ему очень нравится, и он сказал, что... Роднее и ближе здесь никого нет. Я сам не понимаю, как так меня примышка не тянет. Да? И говорит, не так легко. Второе испытание еще тяжелее. Сейчас вы будете бороться. Бей его! Отлично ударил! Так это нехорошо, но
может, другая пара совсем. Я так не делаю, не успеваю. Поэтому я как бы мысли с ухами все отгоняла. Там. Да, это все равно. Но ты мне понравился с самого начала, вот когда пришел. Мы на кухне готовили, там ты, я и Зина. И вот ты выбрал Зину, вот и ветер. Ну и все. Там немножко я еще так, все, понравился там, а потом все. Как бы я к себе так остыла. Ну, Зина и Зина. А потом... Ну, опять начала с тобой смеяться. Которую ты приветствовал везде. То есть ты бы все равно мне как бы не помешал, не разрушил? Нет, я не могу. Даже если бы это не было цена собственного счастья, нет? Сейчас, господа Каримовы, вы должны уболтать девушку и поцеловать ее. Серьезно, с языками, в засос. Прелюдия и разговоры обязательны. Начинай, Тоскар. Знаешь, я давно хотел тебя поцеловать. У тебя очень красивая фигура. Спасибо. Очень красивые ноги. Спасибо. Очень красивый живот. Спасибо. Очень красивые груди второго размера. Руки, плечи, шея. Я бы тебя хотел поцеловать. В засос с языками! С языками! Молодец, Оскар! Молодец! Что ему на это ответит Стас? Ты красива и желанна, необыкновенно, как солнце. Светишь ярко. У тебя красивые глаза, красивые губы, нос, уши. А волосы просто блеск ночи. Не защита! Как не защита? Язык был. Я языков не видел! Ты языков не видел! Я языков не видел! Увидишь, язык. Целуй! Как настоящий мужик! Вот так! Молодец! Не хочет он на вас никого! Кувыркается, отмахивается! Никуда Кощей не делится. Ей по душе! Кощеюшка ее заводит один! Сейчас Татьяна решит, кто из вас одержал победу! Выбирай, Татьяна! Я выбираю Оскара. Ну что, мы с тобой будем делать заплыв? Заплыв? Да. Знаменующий. Знаменующий создание нашей пары. Нет, Маша, ты не отвертываешься, ты должна испытать на себя. То, что испытал я. Сука, ты же с***. Ну не надо, Степа! Поняли, да Степа! Ты меня что-то орешь, как потерпевший осел. Помогите! Али, Али громче. I need help! Там большое течение, куда ты? Ну, дяденька, не летают вам. Где славы? Холодно? Нет, тепло. Ой, ой. Ну что? Я думала, там большая рыба. Ну, человек какой-то. Пошли, я тебя вынесу на ручках. Ты с тобой скупаешься? Ползи. Маша, смотри, как мы идем. Давай пока вынесу. Нет, нет, я тебя донесу. Я умею. Видишь, только медленно. Тихо, тихо, тихо. Я умею, только медленно. Давай, давай. Давай. Ну, а теперь я. Черти! А где телочки?
А где все девчонки? Самое ценное – это лимонад. Я знаю. Привет. Получила Кощеюшу. Солнце стоит. Как оно? Солнце стоит. Молодцы. Может быть, именно то, что ты стал общаться с Машей, именно то, что она тебя заинтересовала собой, все-таки подтолкнуло тебя к расставанию с Диной? Ну, давай будем откровенными. По статистике 9 ребят. Для любви в телепроекте о том, как построить свою любовь. Встречайте, Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Для работы. Мы созданы не для любви, а для работы. А вот вы, ребята, все практически созданы для любви. И постоянно ее генерируете и создаете всячески. Но давайте поговорим о тех людях, которые особенно ярко эту любовь создают. Я знаю, что Май с Машей сегодня ходили на свидание. Май, расскажи, как оно было? Скажи. И чем закончилось? Ой, я сегодня предстал в образе Водянова, который похитил прекрасную девушку. Вот. Свидание было на берегу реки, да. Наоборот, я не напряжен, а романтическое. Мы разговаривали, ели арбузы. То есть ты нашел самый любимый фрукт для Маши. Ну да, фрукт тематический. Маш, скажи, пожалуйста, ну вот изначально, когда Май пришел на проект, ты обратила на него свое внимание или в тот момент он... Да, обратила, мне с самого начала понравился, но он выбрал Зину. Я разочаровалась, и как бы со симпатией я остыла даже. А потом мы начали так просто общаться, как бы... разговоры появились, и симпатия возобновилась. Ну, понятно. Маш, а само свидание, оно было красивым? Очень красивым. Я когда пришла на пристань, я сначала, там никого не было, и вдруг я увидела, Май идет в одежде Водянова с цветами, в ластах, вдоль, по воде, вдоль берега. Это... было очень красиво. И цветы или водоросли были, скажем? Были цветы розы. Я очень просто красиво. Знаю, Маш, что это первые твои цветы, подаренные молодым человеком на этом проекте. Да. Какие у тебя были ощущения? Я очень обрадовалась. Очень. Ты обрадовалась самому этому поступку или все-таки тому, что это сделал именно Май? Тому, что это сделал именно Май. Ну что ж, давайте поаплодируем ребятам. А что, у нас можно есть я, можно да, я конечно, конечно. Вот. Мало того, что это свидание было как бы интересным, забавным, вот, оно еще оказалось результативным. Я предложил Маше стать моей парой. Боже мой. Маша, ты согласилась? И она согласилась. Вау! У нас новая пара на проекте. Май, ну у вас так быстро происходят события. Скажи только честно, вот может быть именно то, что ты стал общаться с Машей, именно то, что она тебя заинтересовала собой, все-таки подтолкнуло тебя к расставанию с Диной? Потому что так это все быстро произошло. Ну давай будем откровенными. Ну, это какой-то вопрос. Да, в лоб вопрос. Но давайте хоть иногда быть откровенными, искренними друг с другом все-таки. Да, в какой-то степени это так.
Дин, скажи, пожалуйста, а вот тебя эта ситуация не задела? Нет. Я надеюсь, что эмоции все-таки есть. Ну что ж, в любом случае, есть они или нет в паре Зины и Майя, бывшей уже паре, мы не знаем. Но я знаю точно, что эмоции в нашем любовном треугольнике, они присутствуют. Атмосфера накаляется. Я смотрю, что Татьяна поменяла свое месторасположение. Тань, с чем это связано? В связи с тем, что, наверное, я все-таки решила сделать выбор, не затягивать все это слишком далеко. Мне очень тяжело. Я понимаю, что тяжело было и ребятам. Вообще, я считаю, что эта ситуация сама по себе очень жестокая. Но как бы всегда нужно выбирать что-то одно. И, в принципе, я выбрала, выбор свой сделала. Скажи, пожалуйста, ну а почему все-таки Оскар? Сердце подсказало. Что тебе в Оскаре нравится больше, чем в Стасе? Какие качества у него есть, которые подкупили и заставили сделать тебя именно такой выбор? Стабильность. Ты в Стасе просто не уверена, да? Да, что-то есть такое. А может быть, ты боишься, что Стасу до сих пор нравится Оля Бузова? Я не могу сказать, что я этого боюсь, я просто знаю этот факт. Если сердце лежит больше в какую-то другую сторону, зачем? Стас? Ну, то, что сегодня выбрала Таня Оскара, я, в принципе, как-то и предполагал. Но я хочу сказать то, что она сделала действительно осознанно. И тем более, если от сердца, я думаю, вам надо быть вместе. Ты понимаешь, да, что если ты не избавишься от чувств к Ольге, ты так себе не найдешь тогда пару. Ну а нужно ли от них избавляться, от этих чувств? Может быть, наоборот? Знаешь, иногда бывает, что по прошествии какого-то времени люди опять сходятся и уже осознанно входят в какие-то отношения. В принципе, я уже говорил, если человек... нет смысла никакого. Если человек не хочет, если человеку не надо, если человек видит во мне друга только буквально, то я думаю, здесь, в принципе... Хорошо, Стас, скажи, пожалуйста, что ты почувствовал, когда ты понял, что Татьяна выбрала Оскар? Что почувствовал? Ну, немного обиду я почувствовал. Ну, я понимаю, когда отношения между кровными братьями портятся из-за какой-то безумной любви. Но если это просто было на уровне симпатии, и все, что осталось в душе, это немного обиды, стоило ли портить свои отношения с Оскаром? Ведь, я думаю, все мы заметили, что за последние несколько дней ваши отношения очень напряглись. Я думаю, стоило с того ситуации, чтобы Осик понял, чтобы он как-то раскрылся на проекте и больше уделял внимания девушке. То есть ты вступил в соперничество с Оскаром для того, чтобы помочь ему раскрыться? И в этом тоже. В этом это тоже. Гениальный ход. Ход конем. Я хотел, чтобы он действительно как бы побольше ухаживал за девушкой, но чтобы показал себя. Потому что когда он за мной шел, вот знаете, как в жизни у нас, как бы он всегда за мной шел. То есть в любых ситуациях, когда я всегда стоял первый, и я родился первый, старшего на 15 минут, поэтому как-то я, может быть, мне не обидно, зачем, я просто... как бы подтолкнул его и хотел бы, вот, чтобы он вот эти как 3 дня провел он с ней, так же он провел до конца проекта. И думаю, после проекта тоже, чтобы у вас... Какая забота о брате. Давайте дадим все-таки уже слово Оскару. Оскар, как ты вообще можешь прокомментировать? Несмотря на то, что я чувствовал, что в принципе такой же финал и будет, я просто сердцем чувствовал, я очень рад, очень рад. Да. Ну, по поводу Стаса, эта ситуация на будущие отношения наши никак не повлияет. Хорошо, не повлияют, но не бы было бы, вот то, что сейчас сказал Стас, тебя не задевает, что получается, он так, знаете ли, с высоты своего полета дал тебе... Мне это не задевает, потому что я это все знал. Ну... По статистике 9 ребят! У вас очень сложные отношения, даже нам с Ксенией в них не разобраться. Но, ребят, главное, что вам все нравится. Я очень рада, что любовный треугольник наконец-таки распался и образовалась пара Тани и Оскара. Ребята, я за вас искренне рада. Ну, а я очень рада за пару Майя и Маши. У нас сегодня 2 новые пары. Ребята, да, мы вас поздравляем. Надеюсь, что ваши чувства будут крепки. Да. Ну что ж, а мы увидимся завтра на канале ТНТ. Это был телепроект «Дом-2». Построй свою любовь.
Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках, деревянные.